Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Pizza Gamer Multiplayer, и добро пожаловать в новое видео по Forsaken Air Darkest Delivery. Добро пожаловать на мой новый аккаунт, из-за того, что разрабы абсолютно всем снесли новые аки, и мне уже кто-то отправляет какую-то... это я потом как-нибудь. Вроде просил не кидать, но все равно кидаю. Что ж, мы продолжаем с вами фулиться с рандомайзера, без всякой помощи, с подручных средств. В прошлый раз мы остановились с вами на 9 уровне, сегодня будем пытаться добить 10 потихоньку, и мне уже везет, мне дают Arctic Balloon и Little Red Chico. Давайте его по-быстрому победим, посмотрим, что может выпасть. Некоторым дают, кстати, трипл дропы, а то и дабл, ну, дабл, а то трипл дропы. Хотелось бы, чтобы мне также повезло, естественно. Так, я вроде нажал. Ну, давайте. Начинаем. Так. Все? Зависло? А, нет. Ай-яй-яй, осторожно. Беги. Ну, беги! Беги. Вот так вот. Прелестно. Давайте смотреть, что мы выбили. Выбили мы иконку Arctic Valor. Неплохо. Неплохо. Я рассчитывал на какой-нибудь дабл дроп. Видимо, наверное, рассчитываю. Почему мне они до сих пор приходят? Берите их, пожалуйста. Мне... Я не просил же. Ну, вот так вот, да, значит. А, ну, кстати, лолбит. Ладно, сделаю исключение. Не люблю побеждать аниматроников, которые мне отправляют друзья. Люблю пользоваться тем, что есть. Бля, как играть с ними? Я забыл. В смысле я тебя вырубил? Кабастр... Блядь. В смысле? Где бабс? My fucking slaves. Слейвс. Ну, стоп, сюда. Ну, давай хотя бы с тебя что-нибудь посмотрим, что выпадет. Все-таки мы уже тебя выбивали. Нам с тобой не впервые уже. Да хрен тебе. Ну ладно, зато 63 экспы. 63 экспы то. Че, это тоже нормально. Блэкхарт. Да ну нахрен, ну в сраку. Не было. Твой аниматроник совершил успешную атаку. Мой аниматроник? Атаковал вашего друга. Че сообщения так жестко стали приходить? Не помню. Ладно. Я тебя услышал. Я услышал игру. Давайте посмотрим. Гоустрапчик! Ух ты, мать моя женщина, а? Гоустрап. Один из самых имбовых для меня. Ну давай. Портанули. Это мне еще повезло. Белая.
Так вот я тут бы... Там красный, не знаю. А! Опасно! Игра, пожалуйста, не убивай! Тихо, спокойно. Убил! Убил. А мог бы и не убить. О, блядь! Немного заставил попотеть. Ничего ты мне не дал. Ну хотя бы ЦПшку дал, я не знаю, ну. Почему вы до сих пор приходите, я не понимаю. У меня аккаунт что-то второй. Что-то мне это не очень нравится. А, у меня некоторые остались. Все понятно. Флейминг Спектра. Даже так. Окей. Ради. Музло. Я слышу музыку. А, красная. Музыка на фоне. Красные. Я видел. Белые. Красные. Красные. Все. Там были красные. Белые. На. Красные. Опять красная. Белая. Красная.
Долгий. Блин, тварь, а. Эй, ну спокойней. Ну спокойно. Блин, не люблю я Флеминга за то, что он заставляет потеть больше всего. Пошел отсюда, нахер. Плевайся в мои катки. О, что-то YouTube прислал. Ну, давай, посмотрим. No way! Спрингтрапчик, ё-моё. Ну, спасибо. Спасибо, мне облегчили задачу. СП Спрингтрап. Да ну нахер. Не. Never. No. Я не буду этого делать. Я не буду этого делать, блядь, вы ебанутые. Нет. Нет. Нет, блядь. Они до сих пор приходят, блядь. Как же сложно теперь стало жить-то, а? У меня теперь вся карта перегружена, у меня все лагает. Блядь, мне наотправляли всякую говну. Блядь. Суровая жизнь настигла меня. Даже детальки дают только. Где мои фаскоины? Мелтед чокол. О! Это мне надо! Почему ж ты так лагаешь-то, Давай, Бонь, беги. Заебись. Еще дабл дроп, трипл дроп. Может, какой-то дроп. Нет, да. Ну, естественно, что нет. Ну, 18 опыта. Ну, 18 опыта. Что уж тут взять. Ладно, потом все ключик скипну. Сейчас не до них. Блять, ну зачем так много же? Опа! Опа! Неплохо, хорош. Комбинация хорош. Быстрее давай. Еще одну мне детальку. Привет. И? А, все. Спасибо. На ЦП фартануло. 2 ЦП выйдет. Хайску. Ну не могу не взять. Ну не могу я тупо не взять, блядь. У меня столько там иконок, которые мне нужны. Не могу не скипнуть. Ой, не принять.
Но почему конкретно сейчас? Какие ответственные моменты, а? Мус? Спать. Одну той чику я все-таки грохнул. Ну мало ли повезет. Мало ли вообще. Возьму такой скин, ну или там ЦП. Прикинь. А выпал все-таки пауэрап капкейк. Ну ладно. Тоже в себе валют хорошая. Не поспорим. Ну там еще эти две тойчики так одиноко. Ой. Остаток. Ну давай. Сейчас дофулим. Сейчас дофулим 10 левел, там дальше начнем. 10 левел это уже хоть что-то. Еще одна хайскор. О! Какие пупсики? Спри. Блядь. Привет! Ебать, а чё ты так это? Перекосячила себя, на бедняга. Будешь знать, сучка. Блядь, ты где? Алло, Спрингтроп? Я готов. I'm ready. Ready or not, here I come. Привет! Блядь, прикольный. Мне нравятся вот эти сломанные запчасти. Это царапины, блядь, на нём, это вообще имба. Давай! Жёсткий. Ну что ты будешь делать, а? Ну был бы ты человек, ну ё-моё. Ну ладно, давай ещё хайскор. Хайскор это всё-таки такой скин, который, ну надо вбивать, понимаете? Не потому что он только красивый, потому что у него больше всего предметов. У него там 4 иконки профиля, 1 ЦП и 1 скин. Самый богатый скин, на мой взгляд. Ой, какая фраза. Давай. Ус. Приступим. Ты. Ну а что, нет? Ну, бежать. Не бросит пиши. Я думал, ты справа будешь, ты слева. Нельзя так со мной шутить. Так. Ютубе. А? Страшно как-то, знаешь?
Ну в смысле? Да в смысле? Я не согласен. Что ты так, блядь, разбегалась-то, я не понимаю. Блин, ты выбежала так нормально, прям... Просто вот так-то была очень, да. Что тут растянуть? Я не знаю, как это вообще растягивается, как-то... Заслуженно. Ничего больше не сказать. Еще. Сейчас еще последняя такая иконка. ЦП и скин, давай. Ради нее, вот ради хайскор, я думаю, можно. Ага, так вот, я так и думал. Сидим в маске и ждем. Справа. Ты была справа. Идет. Ну что ж такое, а? Ну ё-моё, ну что это за отказ? Опять растягиваешь карту? Хайвайеры, хватит! Хватит пускать! Вот что это? Вот что мне с тобой делать, а? Вот что это такое за поведение? И вот так ты вот со мной вот постоянно, да, вот? Все. Я для тебя все, я для тебя стал ноги. О, 10 левел. 10 левел. И мне дали блок атаки. Мало. Этого очень мало. Входите той чики. Мне той чики не. Не, была сегодня охеренная вечеринка. Я просрал все. Да ну в сраку! Да ну не, блядь! Нет. Нет, я не буду. Да мне насрать. Шарики. Фаскоинс. А, мне почти, мне остается немного, да, новой иконочки. А, стоп, иконочка же. Ну-ка. Какую бы нам с тобою взять? Можно деф иконку взять. Возьму этого. Это все-таки голден. Как-никак, пусть и на говне напечатанный. Но все-таки голден. Оно хоть говно, оно хоть и говно, но оно не так воняет. Ну что это такое? Ну-ка. 10 левел, это уже хорошо. Ой, вот это мне нравится. До 11 уровня, я думаю, дойдем.
be as open as I am. Так, мел тут. Спокойно. Ага. Не бежит. Я все вижу. Как бы вот не надо. А? Спокойно. Во, так-то лучше. Вот так вот. Давай. В принципе, 8 бит бэби тоже неплохой лут. Но этот лут мне здесь не особо помог. Я смотрю, 1700 опыта, писец. Это я ранее как-то фармил. Хёрстикски. Ну почему же? Вот тут неудобно, конечно. Неудобно. Я все понял. There is something bad inside of me. Ну? Передвигаешься. Didn't you know? Да все, хватит. Спокойно. Неудобно комбо. Очень неудобная комбинация, потому что аниматроник, блин, бесшумный. Но я его как-то убил. Спасибо большое, что ты выбежал с троллера. Ну что, ЦП, иконка, костюм, что-нибудь. Спасибо за иконку. Иконка красивая, мне она нравится. Что? Дабл дроп? Трипл дроп? Быть этого не может! Охренеть! Охренеть! У меня весь экран в моих же слюнях. Охренеть! Охренеть! Подожди. Охренеть! Охренеть, блядь!
Трипл дроп! Трипл, мать его, дроп! Трипл дроп, блядь! Greetings from the my luck! Не быть этого не может! Впервые за всю свою жизнь! Я впервые такого махую! Я был, конечно, секунду Молтона еще более в ахуе, но... Чтобы трипл дроп! Обосраться! Просто обосраться! Блин, я не знаю, как это описать. Чувство неописуемого ахуя. Да все, все. Я в шоке, я не знаю, я, блядь, трипл дроп на видео, я херево, не, бля, я... Этот крик был, это был крик счастья. Иконка. Мне стало фартить как не в себя, блядь, как не в как, блядь, не в ебену, я не знаю. Фрост кином для плюс-штраб, давай, хотя бы ЦПУшечку. ЦПУшечку я обязан. Блядь, на ЦП бэйби, иконка Хёрстик и костюм Маджишн Тоя за один такой дроп. Жан бы ебанутым. Это все я, это я ебанутый. Причем в двух смыслах этого слова. Конченый, бегите. Чё-то далеко, ты знаешь как? Не, ну я подожду, конечно. Блядь, тебя что-то почти не видно. Знаешь, ты что-то это... Ну как-то не очень. Блять, ты что, невидимая что ли? Я не понял. Она была невидимой. В ахере. О, скинец, привет. Привет, Мангл. Ну я же говорю, мне фартит как не в себя, я не знаю. Может, Катрину одну грохнем? Давай грохнем даже Катрину. Проверим. Hello, музыка, кстати, та же самая. Прикол трит. Хэллоуинка, а чё? Ну ты, блядь, трипл грохните. Wait. Не, это, конечно, хороший подарок. А это была нехорошая херня. Я с тобой так, блядь, не играю. Ну что, еще одну? Давай еще одну. Надо отыграть свое, понимаешь? Надо отыграть свое. Я хочу немного, блядь, я хочу повыбивать что-то прям такого лютейшего. Что, во-первых, в пределах моих возможностей, кроме боссов.
Hello? Нет, это отдельно, нахер. Я не знаю, просто это. Меня не волнует то, что я даже слил. Меня волнует то, что я прикол дропнул. Just follow the sound of my voice. This is going to be so much fun. Меня еще ни разу за всю свою жизнь не удавалось так сыграть на удачу. А какой-то рандомайзер это за меня все решил. Второй раз так уже не прокатит. Ну все, я отыграл свое. Дальше я тебя скипаю. Yeah! Давай. Покажи свои возможности. Thank you very much. Ну, бля, я ее заскриню. Ладно, я ее заскриню. Иконка красивая, все-таки того стоит. Что? Да ну не может быть дабл дроп! Ну, блядь. Трипл дроп! Вы че, ебанутые, блядь, я ей... Простите уж, мои соседи, я... Я, блядь, я не знаю, как это описать, это неописуемый ахуй. Это там той Бонни, я не буду лезть, ой. Трипл дроп, блядь! System Error с кином для этой бой. Ой, блядь. Я не знаю. Мне сейчас слезки пойдут. Я буду плакать счастьем. Я в своей жизни ни разу такое подобное не делал. А тут какие-то трипл друга. Да еб твою мать, я увидел же их. Да иди ты нахуй. Блять, не люблю я на клоуне играть, блять, с ТБ. У него, во-первых, блять, не, иди нахер, я не буду. Я не буду, не, у меня не осталось больше ничего там, кроме костюма. Не буду костюма делать. Да ну, еще одна ты че, иди нахер. Я не знаю как. Я действительно не знаю. Я... Сколько я ЦП выбил? Я не знаю. Я их даже не считал. Той Бонни тут ходит. Я не знаю, сколько это все будет. Давай последнего там той Бонни. Ладно, их тут два. Не будем их трогать. На следующую серию оставим. Вот, Woodland с кином для той Фредди. Давай. Почему бы и нет? Я не знаю. Я впервые. Я трипл дропать стал. Причем люто трипл дропать. Давай. Я подожду. Ага. Это, наверное, мой самый массовый ахуй за этот ролик. Ты, блядь, представляешь, насколько надо быть ебанутым, чтобы трипл дропнуть на Катрину той чику? С Sugar Rush с КЛББ. Ой, блядь. ББ, господи. Капкейка. У меня это капкейк на обычных шансах, я не знаю, там 10% или 3%. Ну...
Блять, так трипл дропнул. Я не отвечаю за эту реакцию, понимаешь? У меня это естественно идет, когда я выбиваю что-то, блять, больше 2 предметов. И ЦП. Все это под заключение. Давайте. Последнего, давайте добьем кого-нибудь последнего такого. Кто осмелится, конечно. Уиннер с кином для Бунунбой. Да без проблем. У меня пока с ЦП-шки. Может, ЦП-шку добью. Я не знаю, я впервые, блять, настолько в ахуе. Я не знаю. Я невероятный человек, я. Выбить ЦП спрингтрапа, 2 трипл дропа. И еще 3 иконки хайскорта Че. Надо же быть, я не знаю, надо же быть просто гением. Я выбился сегодня такой лут. Это за 40 минут. Не знаю. Если сейчас что-то выпадет, знаешь, будет выпадать. Если не выпить, значит не выпить. Значит, следующая серия. Невероятно просто пиздец. Невероятно. Я еще никогда так не охуевал. Даже когда я выбивал ЦП-авку с шансом на 4%, я не охуевал. Хотя сейчас охуеть стоит, потому что он сейчас нужен. Но здесь-то я не знаю, это удача, это я не знаю, такого уровня удача. Спасибо. Ну вот иконка, в принципе, под завершение. В итоге мы вывели с вами нехилое количество иконок. Очень даже нехилое, как я считаю. И, в принципе, также выбили ЦП-шки. Еще через 2,5 часа они уже вернутся ко мне. Важно обновление сборе остатка. 20% уже наконец-то мои. Ну а на этом пока что все. Надеюсь, тебе понравилось. Поставь лайк и подпишись на канал, если ты впервые ищешь контент по Force Eki на Air Darkest Delivery. Оставляй свои комментарии по поводу этих охеренных дропов. Я не знаю, это для меня это впервые такое случается, честно. Я еще никогда так не кричал. И, конечно же, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Я буду пытаться как можно быстрее запулить аккаунт. И, конечно, заходи в мой телеграм-канал и в мою телеграм-группу, где ты сможешь снова и уже активно потрейдиться с людьми. На этом все. Всем пока-пока. До скорого. Удачи. Увидимся в следующем ролике.